Подготовку к саммиту обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор. Форум сменил свое время проведения и название. Теперь вместо международного это российский инвестиционный форум. Он пройдет с 27 по 28 февраля в Сочи. Я считаю, что и в Российской Федерации, и в нашем крае достаточно собственных инвесторов, которые могут активно делать экономику. Конечно, мы рады и международным инвесторам, и иностранным инвесторам, но я еще раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов для того, чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с точки зрения перспектив развития нашей экономики. Ну, хочу еще также отметить, что все-таки международные инвесторы, коллеги, они не уходят, заявленные участники из различных стран, в том числе и делегации из США, это будут делегации из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Коллеги, когда наш форум был даже международным, то такой весомой иностранной составляющей, да, и не было. На форум Краснодарский край привезет более 500 предложений на сумму 270 миллиардов рублей. В ключевых отраслях экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, курорты, представлены 40 приоритетных проектов. Все они проходят государственную экспертизу. Инвестпредложения на форуме должны быть реальными для воплощения, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Главное, чтобы мы еще научились с него зарабатывать. Вот в чем вопрос. Не просто проводить форум, а зарабатывать. Это основное, ради чего мы сегодня стремимся, чтобы этот форум на Кубани проходил. И другого назначения я его не вижу. Это не просто какая-то тусовочная площадка. Это на самом деле серьезнейшее бизнес-сообщество приезжает к нам в Сочи, чтобы главам муниципальных образований. То есть вы должны быть самыми большими, основными менеджерами в своем районе. Поэтому сумейте продать свои проекты, продать, навязать даже, втянуть инвестора, убедить в том, что на самом деле кроме вас больше укладываться некуда. Также Кубань выставит проекты для зеленой экономики, концептуально новой стратегии развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. В инвестиционном портфеле края предложения по выращиванию экопродуктов, развитию альтернативной энергетики и переработке мусора. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.